материал и делает хорошую фотографию. Находит действительно хорошую фотографию. Это я спросил по этому главного редактора, как бы подходит в полосе. Да, а вот подходит время, когда два материала размещены, потому что они на одну тему, на одно событие, и это нормально, когда они вместе. И что происходит? Одинаковые фотографии. На самом деле это такая ошибка, но это именно ошибка даже не макетирования или планирования, а вот составление материала. Нет, это макетирование уже на этапе, когда да, на перёстке. Да. Главный редактор должен был увидеть, что фотографиями, и чтобы журналисты достали другую фотографию для того, чтобы... Ой, я прошу прощения, что вылезает. Вообще-то есть субъективно газета, вот середина ее, не одна вторая, а три восьмых сверху. Вот для читателя, поэтому большие материалы всегда ставятся в подвал. А значит, наверх, ну это тут вертикальная верстка, тут это не действует, но в принципе можно было бы фотографию поднять чуть выше. Ну, конечно, тут тоже понятно замысел вот, того, кто делает эту композицию, это, что, чтобы оно не было на одном уровне. Да, ну, чтобы... Я, честно кажучи, я побачив фотографію головного редактора, розкажіть, будь ласка, наскільки розмір фотографії відповідає потребі інформаційній? В анонсах допускається назва матеріалу, як в даному випадку. Друге, назва з першим абзацом, або навіть з першими реченнями. Або третій варіант – це додатковий текст, який опише, про що, наприклад, там може бути написано. Читайте інтерв'ю з Володимиром Мостовим про журналістів. Тобто це не буде ні назвою, не буде ні але зосередження. Але форми, ну, класично є такі три варіанти, де підпитатися. Це якраз нормально. Бачите, те, що завжди казав я своїй групі, і Сергій на це натякав матеріал. То такі з фотографії, так? Колонка головного редактора. Це те, що ваш колега в сусідній редакції казав, що з назвою трошки такого дисонансу у вас не викликало, тому що топ-номером зобов'язаний кидати. Відповідно, група готує по 5 предложений для інтернету, любые ви можете предложения, як на цьому зарабатувати гроші, 5 предложений, як в школьній газеті зарабатувати гроші для виходу школьної газети. Все понятно. Я предлагаю в разную выборку. Все... Да, ну, можно еще что-то скажу? А запиши, Сережа, Сережа. Да, давай я сам. Родительский взнос. Это же входит в спонсорство. Не-не, это мы просто начали нашу слово спонсорство, а у них уже было. Пишите родительский взнос. Это просто я перескочил и не хотел. Родительская поддержка. Я понял. Поставить ящик для заводопроизводителя. Напишите, пожалуйста. Да, успешно. Да, напишите.